И сюда зови друзей. Звени, звени, звонок. Мы начинаем для детей веселый наш урок. Ты маму с папой удивишь. И всех родных и близких. Когда ты вдруг заговоришь со всеми по-английски. Здравствуйте, девочки и мальчики! Привет, друзья! А сегодня наш Хрюша возвращается... Да, из Англии возвращается! И эта страна такая, она от нас далеко-далеко! Ой, далеко! Ну, не так уж и далеко! Ой, Хрюша! 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 Ой, как ты... Ой, а чемодан какой! Тяжелый, наверное. И там подарки. Hello, my friends! Чего? Hello, my friends! Ой, что это он такое сказал, а? Я говорю, здравствуйте, мои друзья! Нет, ты сказал что-то другое. Просто я сказал по-английски. Ух ты! Да, я ведь из самой Англии приехал. Ну и как там Англия? Ничего себе! Интересная! Ну, во-первых, все англичане живут на острове, прямо посередине моря. Как? Прямо все на одном острове? Да, правда, этот остров, он такой большой, что на нем помещается вся-вся Англия. Вот. Ух ты! Ну, а еще там что удивительного? Еще? Ну, еще англичан есть. Настоящий дворец и настоящая королева. Вот видите? Город Лондон. Так. Да. Это столица Англии. А вот, а вот и королева. Ну, правда, меня королеве во дворец не пустили, потому что я был без галстука. Почему? Потому что в Англии полагается вести себя очень воспитанно и одеваться по всем правилам. В Англии вообще все по правилам. И когда надо уступить место какой-нибудь старушке в автобусе, все уступают, даже когда сидят на втором этаже. Потому что в Англии автобусы двухэтажные. Ух ты! Ну еще расскажи, Хрюш. А еще Англия – это страна, где никто не говорит на русском языке. Да ну не может же такого быть, а? О, как же они друг с другом разговаривают. По-английски? Только по-английски. И ни слова по-русски. А как же ты с ними разговаривал, если они не понимают по-русски? Ну, сначала мне было непросто. Но потом мои английские друзья помогли, и я выучил много интересных английских слов. А ты нас научишь этим словам? Да-да, мы тоже хотим говорить по-английски. Ага. Я, честно говоря, я немного слов знаю по-английски. Но я обещал своим английским друзьям выучить дома английский язык. А как ты его будешь учить? С тетей Юлей. Да, кто это? Это моя учительница английского. Она так хорошо знает английский язык, что понимает все слова. Ее тоже понимают, потому что она переводчик. Кто? Ну, даете. Переводчик – это тот, кто переводит английские слова на русские, а русские – на английские, чтобы все люди друг друга понимали. Ясно? Hello, hello, my friends. Здравствуйте, мои друзья. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, тетя Юля! Тетя Юля, а знаете, что я подумал? Ведь это будет нечестно, если я один буду с вами учить английский язык. Пусть и Филя со Степашкой учат английский язык. Ну, пожалуйста. А? Конечно, Хрюша. Здорово. Да я думаю, что и ребята захотят с нами учиться. Конечно. Захотят, конечно. Тогда давайте прямо сейчас начнем наш первый урок английского языка. А с чего начнем, а? А с того, что мы научимся здороваться и говорить, как нас зовут. Вот Хрюша уже умеет здороваться по-английски. Hello, my friends. Да, здорово. И у тебя получится, Степашенька. Послушайте внимательно.